группа, которая в Калининграде первая, «Атлантик», как «Атлантик». Она? Это была рок-команда? Вообще, слово «рок» – размытая тема, понимаешь? Так. Это вообще такое, вот терминология у нас в стране отсутствует, жесткая такая, правильная тема. Вот это рок, это не рок. Ну, мы играли разные песни. Например… Так. Ну, «Битлз» вы играли, как да, все? Да, в какой-то момент 50% репертуара у нас было «Битлз». Угу. Но «Битлз» я не считаю рок-группой в прямом смысле. Вот сейчас кто-то обиделся, я думаю, нет, какой-нибудь градский, какой-нибудь дрогнул. Ну, понимаешь, вот смотри, все-таки я оперирую словами, да, то есть… образами, выражениями там. Да. Ну, как когда я пишу стихи. Я начинаю вот копать. Ну, что такое поп-музыка? Это популярная музыка. То есть, получается так, любая музыка, которая стала популярной, становится поп-музыкой. Неважно от направления музыкального. Понимаешь? Ну, допустим, первый. Да. Второй момент, это между так называемым рок-движением, рок-музыкой. Вот рок-движение – это понятно, рок-музыка – непонятно. Потому что… В принципе, рок – это музыка протеста, в общем-то. Если человек протестует вот, против чего-то такое, а у него начинает рок. Или он слишком жестко там как-то это делает, или еще как-то. Вот, то есть это рок – это нечто выбивающееся из определенной колеи. Но как только это становится популярным, понимаешь, его слушают… Поп-музыкой. Ну, условно говоря, ну, я не знаю, например, вот рок-группа, да? Да. И у нее появляется один хит там, ну, не знаю, «Отель Калифорния». Это рок-музыка, это рок-музыка или не рок-музыка? Скажи, как это определить? Ну, вообще, «Иглз» — это рок-музыка по позиционированию. Ну, как? По какому позиционированию? Ну, есть же люди специально обученные, которые… Позиционируют. Да. Ну, то есть, а теперь я тебе скажу, вот ты образованный музыкально и вообще и политически, и вообще, ну, нормальный как бы человек, который понимает. Если ты не можешь четко сформулировать, что это такое, значит, это очень… размытые границы этого. Руженко говорит, что если есть драйв, то это рок-музыка. Поэтому у него и Муслим Магомаев, и Владимир Семенович Высоцкий – это рок-музыканты. Вот, ну, в его трактовке. Хорошо, я тебе скажу такую историю небольшую. Вот в начале перестройки появилась масса групп, которые говорят, все, уже можно рок, обвешались цепями. Царство его небесное, Саня Барыкин тоже говорит, сейчас рок будем играть. Я говорю, Сань, ну… Мы будем долго гнать велосипед. Это тебе классно, ну, красивая песня. И ты так здорово паришь. Зачем тебе? Не, мы себя будем рок. И так это все. Я помню, была такая группа, она называлась не то ЭВМ, не то Дисплей, не то еще как-то. И они известные были там разные музыканты, не буду просто фамилии называть. Почему? Они пели, я не помню точно, и хорошо. Вдруг это из другой группы. Ну, но да. Это было там 30 лет назад, Женя. Хорошо, ладно. И вот они поют, я купил ЭВМ. И они мне, давай. А я тогда хардел, я писал такие песенки. Они говорят, давай к нам, будем вместе вот это делать. Я говорю, ребят, ну что, я не понимаю, вот в чем здесь, ну, драйв. Ты же ду-ду-ду, гитара, это значит рок, да. А слова, ты купил ЭВМ, что орать? Я для них записал какую-то песню. Я говорю, вот они говорят, а как вот, чтобы рок был? И я написал какой-то текст для них. Пусть кровью помады всегда запечатан твой рот. Понимаешь? Шептальненько. Они говорят, вот это рок. И она типа, пусть кровью помады. И у них пошло как-то, понимаешь? В общем, вот это да, есть какая-то. Но есть драйвовые песни не только, ну, в рок-направлении. Есть именно такой же драйв, и, там, я не знаю, серьезный драйв. Даже в народной музыке есть, понимаешь? И да, вот это, конечно, мы сейчас просто сейчас с тобой углубимся в это. Но я могу тебе сказать, что это… очень размытая граница, понимаешь? Ну, есть, например, тогда уж народный рок, или там еще какой-то. Фолк-рок есть такой, да. Фолк-рок, поп-рок. Ну, если вот с точки зрения вот этой, тогда вот есть, например, называется фьюжн. Это вот элементы, эклектика такая, элементы там фолк, поп. Там у меня, например, сейчас одна песня, она называется «Никогда не проси». Она такая, знаешь… Ну, вот она вот как раз элементами фолка, элементами дискотеки даже, потому что есть. Вот песня «Эскадрон», например, вот там такой драйв страшный, понимаешь? Я вот готов с любыми рокерами выйти, спеть эту песню, и отвечаю, будет нормально все. Рок это или не рок? Не рок. Или поп-рок, или данс-рок, я не знаю, что это такое. Сейчас все очень переплелось.